Привет. Я недавно купил PUBG, и у меня возникла проблема. При запуске выскакивает ошибка с блокировкой файлов, которые нужны игре. И я смог решить эту ошибку при помощи отключения фаервола. Поэтому если у вас также возникает такая ошибка, вот сейчас ее можно видеть на экране, запускается сервис Battle.exe, и видно, блокируется куча файлов, которые нужны игре для работы. А решением этой проблемы является просто отключение фаервола. Если это отдельный фаервол, вы просто отключаете фаервол. Если он встроен в антивирус, то надо полазить в настройках и отключить фаервол, либо полностью отключить антивирус. Либо, если у вас нет ни фаервола, ни антивируса, возможно, это все происходит из-за блокировки стандартным Windows-овским фаерволом, потому что в Windows тоже есть фаервол. Вот, если его сейчас отключить, у меня он только что был включен, это для примера. Вот появилось окошко, показало, что куча файлов заблокирована, и все, и игра выключилась. А сейчас я фаервол отключил. Ну и, соответственно, игра должна запуститься. Но если у вас не появляется такого окошка, а просто игра не запускается, то, возможно, у вас какая-то другая проблема. И вам придется искать другое решение, и это вам не подойдет. Так, снова ошибка, потому что я отключил фаервол позже, чем запустил игру. Ну и она не успела. Просто не успела. И если добавить сервис этой игры, службу этой игры в исключение, все равно как бы у меня лагает. Ну, то есть, к примеру, я запускаю игру с отключенным фаерволом, у меня все нормально и быстро загружается. Если я добавляю службу эту, она называется BE Service Exe, в исключение фаервола, то при загрузке игры очень долго грузятся текстуры. И чтобы такого не было, нужно вообще полностью отключить фаервол. Ну, как видите, игра запустилась. Причиной был фаервол. Так что, если у вас такая же проблема, просто отключите фаервол и наслаждайтесь игрой. Если такого окошка у вас не возникает или какие-то другие окошки, то значит у вас другая проблема и вам нужно искать другое решение. На этом все. Удачи. Пока.